Волонтеры раздали около 200 листовок. Это памятки о том, как нужно действовать при угрозе террористического акта. Реакция на серьезную тему у горожан была разной. Как люди реагируют? По-разному, но в основном брали листочки и спрашивали, зачем это. Многие хотели поговорить об этом. Эта проблема терроризма, как вы считаете, она в наше время актуальна или нет? Ой, еще как. Я, например, считаю, да. Да, вот это жалко, гибнут невинные люди, и вот в чем дело. Не тех, извините, кого надо, а именно, люди невинные совершенно гибнут, дети. Инициатива проведения акции «Нет террору» принадлежит городскому комитету по делам молодежи, хотя акцию проводят уже не первый год. Данная проблема, она очень актуальна на сегодняшний день, потому что мы живем в таком мире, где может произойти абсолютно все, что угодно. А, как правило, мы, простые жители, мы не совсем осведомлены о том, как нужно себя вести в данных ситуациях. Татьяна Балунева, Виталий Немов, новости Димитровграда.